Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Неуправляемый. Потерявший управление огромный беспилотный локомотив с токсичным грузом несется, сметая все на своем пути. Но главная опасность состоит в том, что если он сойдет с рельсов на очередном вираже, химической катастрофы не избежать. Все силы задействованы, все попытки остановить монстра тщетны. Планов на спасение не осталось. Впрочем, пассажир. Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц. Но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается. Опасные пассажиры поезда 123 2009 года. Вооруженные террористы захватывают поезд в нью-йоркском метро и требуют выкуп за пассажиров. Но даже если все их требования будут выполнены, много ли у заложников шансов остаться в живых? Полуночный экспресс. Молодой фотограф криминальной хроники Леон Кауфман получает выгодное предложение от одной нью-йоркской галереи показать публике свои работы. В своих фотографиях он должен отразить все экстремальное и темное, что есть в городе. Убийство в Восточном экспрессе. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Метро. Широкое развернувшееся в центре Москвы строительство новых зданий приводит к тому, что в одном из туннелей метро между двумя станциями возникает трещина. Никто себе и представить не мог, что в результате нарушения герметичности перекрытия в тоннель хлынет вода из Москвы-реки, и сотни пассажиров поезда окажутся во власти надвигающегося потопа. Равны. Фильм «Равны» рассказывает историю Сайлоса, который живет в будущем в обществе, названном «Коллектив». Жители этого современного мира – новое поколение людей, называемое равными. Это мирные, спокойные, вежливые и справедливые люди. И жизнь в коллективе идеальна. Люди Куперов 2015 года. Феерическая рождественская комедия о том, что бывает, когда на праздник собираются представители четырех поколений одной большой семьи. Красная линия. После теракта 11 сентября против США было предпринято множество попыток проведения терактов. Самые уязвимые цели – поезда и станции метро, где проверки невозможны из-за большой протяженности железных дорог и громадного количества пассажиров. «Одинокий рейнджер» 2013 года. История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Тонта стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Тонто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенных судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходится противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!